КС объявил конституционными положения закона о режиме чрезвычайного положения, осады и войны, который позволяет властям применять необходимые меры в период ЧП. Однако в КС отметили, что они не должны выходить за пределы сферы влияния исполнительной власти, и парламент должен иметь право осуществлять эффективный контроль над этими мерами. В то же время судьи КС объявили неконституционным пункт 3 статьи 225 Административного кодекса в части, касающейся пропорционального контроля, который могут выполнять судьи. Решение суда является окончательным, не подлежит обжалованию и вступает в силу со дня его принятия.